said you didn't receive. But you said Mike, you didn't need them. That girl is a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Хей, ютубуха и ВК, с вами я, Полтридвай, и мы с вами продолжаем проходить Hello Neighbor Mod Kit. А также мы с вами продолжаем проходить этот самый мод. И поехали. Так, ну он меня тут заметил пока что сосед. Сейчас мы по-быстренькому от него отстреляем. Ехай, как ты точно меня кинул помидорчиком. Слышь, дядь. Пошел-ка ты в жопу. Так, как вы помните, мы с вами подобрали красный ключ. Правда, я что-то не помню, куда его нужно заюзать. Но сейчас будем пытаться куда-нибудь его заюзать. Так, меня спалила камера, это очень плохо. Это пиздец как плохо. Подожди, Пётр, не надо меня трогать, пожалуйста. Фух, спасибо. Вот куда мне надо заюзать, мне надо туда. Так, бегом. Отлично. Хорошо. Так, и у нас какой-то... И тут нам нужен, естественно же, желтый ключ. Танки. Они вечно ездят по улице. Нет, а чё вы удивляетесь? Танки вечно ездят по улице. Я не понимаю, что было у автора этого мода в голове. Просто. Зачем он добавил эти танки? Я не понимаю. Так, ну вот мы взяли, собственно говоря, с вами желтый ключ. Мы с вами взяли, собственно говоря, уже желтый ключик. И нам осталось только там открыть дверь. И... Кстати, это... А, нет. Сейчас мы откроем к лестнице в путь, короче говоря. Так, погнали. Так, подождите. Там еще что-то. Нам, короче, туда нужно пройти. Короче, там есть лестница, которая, судя по всему, нас ведет на... Блять, меня всегда пугают вот этих вот непонятных... вот этих вот... Ну, короче, вы видите, сами думаю, все. Ружье, ну смотрите, что происходит с ружьем. Я не понимаю, что не так со свечей... Что не так с ружьем вообще? Что не так с предметами в этой моде? Я не понимаю, ладно, неважно. Короче, все, у нас тут вот лестница есть. Так, стул, иди нафиг. Спасибо. Ну хоть, вот самолет, ладно, самолет пусть летает, даже как немножко детализированно выглядит. Но нахера танки и велосипеды без водителей пускать по улице, я не понимаю, автор, ты что, блядь, курил? А, стойте. Вот мы остановили с вами мельницу и... Так, ну вообще нужно выкинуть ружье, чтобы оно проникло нам через трубу. Вот это я точно прям помню, ребят, так что погнали. Вниз, так, подождите, куда мне идти? Вот сюда мне идти. Сету нет. Сосед, тихо. Ну, да зачем туда... Короче, держи. На, замочек, спасибо. Сейчас, короче, мы пройдем и возьмем с помощью этого, вот этой вот хрени, ружьишко. Где? Вот ружьишко. Где ружье? Ты куда ружье дел? Ты... Труба, ты дура? Ты куда ружье дела? В смысле? Куда ты ружье делано и куда? Так, вот только не говорите, пожалуйста, что она это ружье за, блядь, за это. Иди нафиг, Пётр. Пётр, мне сейчас не до тебя, пожалуйста, уйди. Только не говори, что она за текстуры выбросила это ружье. Ну серьезно, это бред какой-то. В смысле, я не понимаю. Да иди ты нахер, Пётр. Пётр, пошел в жопу. Так, подождите. Газонокосилку еще в него кинем нахер, чтобы сразу упал. Да. Ехать, что сейчас происходило с газонокосилкой? Ладно, не, это выглядело странно. Так. А, слава богу, я думал, куда его дел. Так. Нам нужно вот это вот взять. Слава богу. Я думал, что я сейчас не успею, но я успел. Так, и нам теперь получается... Автор мода, если это сможешь, то знай, ты курильщик. Хера ты танк, блядь, на улицу поставил вместе с велосипедом без этого? Без водителя? Ну, серьезно, это по-наркомански выглядит, даже не весело. Серьезно. Ну, блин, в натуре. На, держи газонокосилку. Так. Так. Вот нам нужно сюда. И что, и все? А, и вот он, гаечный... Пётр! Заколебал. Ну, хотя, стоп. А, не-не-не, нам все равно придется через дом идти, понятно. Так. Иди нафиг, пожалуйста. Пошел в жопу, иди в очко. Знаешь такое слово? На, держи ключиком по хлебальнику. На, все, до свидания. Потом увидимся. Да, лампа! Да что-то в натуре, ну...
Господи боже. Так. Вот. Теперь. Вот. Все, отлично. Стоп, а... И тут у нас есть лопата. Стойте, я не понял, в этом моде вообще есть подвал или его нету? Просто как немножко странно будет выглядеть. Привет, сосед без подвала. Это как немножко странно. Нет, серьезно. Обычно в Hello Neighbor подвал. А тут что, гроб, что ли? А, не-не-не-не, все правильно. Тут есть подвал. Просто немножко нестандартным ключом. А также замком. Так, Петр, иди нахрен. Где? Вот. Все, я зашел в подвал. Еху. И где? И где сейчас чуть-чуть? Очутюсь. О, мы идем. Мы открываем дверь. Мы закрываем дверь. Сосед не может пройти. И что? И мы сейчас должны идти куда-то, да? Или нет? Петр, не надо, не надо меня трогать, нет, Петр, не надо меня трогать, пожалуйста, иди нахрен. Так, у нас сейчас загрузка там идет. И вот, мы должны найти желтый ключ. Во-первых, мы должны отпереть с вами стул, судя по всему, и найти желтый ключ. Что за... наркомания? А, мы под кровать залезли. Сосед? Что? Then, thanks for playing. Не понял. То есть, смотрите, мы спрятались, наш Пётр взял, выломал всё-таки дверь и нашёл нас под кроватью. И поймал нас. И, не знаю, он нас убил там, не знаю, закопал заживо, я не знаю, что он там сделал. Ну, короче, он нас поймал и всё, и, короче, нам всем капздец. Ладно, ребята, с вами был я, Apple322, и всем пока.